Вот как называется это место. Глэмпинг. Сила ветра. Вот такая здесь красота. Смотрите. Вот стоит какая-то, я даже не знаю, как это называется, корабль какой-то. Ну, это какие-то яхты. Видимо, какие-то люди могут себе позволить такие яхты здесь, которые зимой здесь стоят, потому что замерзшая сейчас река. А в принципе, летом она, видимо, здесь ходит под парусом. О, красотища. И вот, смотрите, какая красота. Ой, обалдеть. Вот эти домики, глэмпинги. То есть в каждом таком домике там и туалет, и ванна, и все это подсвечивается. Но удовольствие не из дешевых.